Читос, наверное, одна из самых интересных. То, о чем я говорила, удар тоже от Ломовцева. Поэт мяч в руки забирает. Так вот точно в этапе плей-офф, какой сейчас был момент. Жу, передача. Центр, Датиев. Дошла передача Золотухиной пяткой, и это что? В центр, но там Сайдаш. Передача Плородов. Датиев, и там внизу. Сасин мяч направляет, там Харидинов. Не достал до мяча, Цирков. И Раевский пяткой. Нет, Доржу. И это гол. 1-0. Футбол МГУ, он действительно объединяет людей, потому что где, если не на полях, я бы увидела Алтухина и Ломовцев. Бьет, и Ярулин замыкает. Наш тоже не получается у него забить гол. Что такое? Наверное, в конце второго тайма мы его поймаем, а тут... Беглов. Передача на Исаеву. Здорово. Там еще никто не прокидывал. Перекидка. Не слышала я, что обсуждали в перерыве команды, а тут пытался прервать. Такой сольный проход Датиева. Кусинов. Но не прервал. И Раевский. Кусинов. Здорово. На Баскачеладзе. Золотухин. Передача на Марика. Датиев. Там Доржу. И это гол 5-0. Ему пойдет передача. И Датиев гол.